Сегодня мы приехали в Милан. И вечером сразу же решили пойти на главную площадь, где собор Дома. Сегодня воскресенье, и люди гуляют. Поднялись на Миланский собор. Сейчас сильно город, конечно, мы не увидим, просто находимся внутри вот этих мраморных крыжек. Высокую площадку Миланского собора, на которую можно подняться. И попробуем посмотреть, что видно с этой площадки. Город, людей. Сами замок Сфорца во всей своей красе. Замок Сфорца мы уходим вокруг. Вот оно, Миланское метро. На остановке под названием Зара. Такое забавное в центре поселение. Гондола за колонной. Закат Объединенное аббатство. Знаменитый храм архитектора Палладио, который был новатором и античность внес в архитектуру тех лет. Раньше храмы были, до него храмы были все другие. Вот мы пришли в собор Сан-Джорджо Маджоре. Базилика, так сказать. Вот мы забрались на башню, а тут такой прекрасный вид Венеции, просто чудо. Вот мы видим площадь Святого Марка. Нет, еще яхты еще не стоят. Дворец Дожи, а вон люди столпились в огромном количестве. Вот там, как будто бы на рынке.
Теперь мы собираемся на площадь Святого Марка и, соответственно, в дворец. Тоже прочие места. Народу, конечно, здесь море, просто море. Вот сюда мы направляемся. Здесь ждет бойкая торговля, как ни странно. Чего мы никак не ожидали увидеть в таком месте. Вот венецианские здания прекрасные. А вот на этом здании так называемые венецианские окна. Вот мы дошли до главной достопримечательности. Это собор Святого Марка. Он немножко еще на реставрации, но все же кое-какую красоту мы видим на нем. Например, это венецианский лев. Да, вот это у них тут. Вау! Гондольеры почти всегда в полосатом. Ну и что они тут будут делать? Вот это, я понимаю, пробочка. Какая же она кривая, ты видишь? Вот? Да, да, точно кривая. Совершенно кривая. Так это гондольер, наверное, поет. Вот он. Нет, не гондольер. Это певец на гондоле. Какая у них тут стоянка прям получилась. Интересно, это специально? Поет прекрасно. Да. Браво. Теперь можно обойти людей. Conosco una scogliera che si affonda fra la pineta. Santa Maria di Montserrat. Где ж ты видишь там росписи? Тинтуэтто, картина Тициана. Ой, вот она на закате. Санта Мария делла салюте. Здесь у нас сервицио гондолы. Красно-синие облака. Сейчас мы находимся в церкви Санта Мария делла Салюте. Здесь есть картина Тициана, росписи Тинторетто и еще других художников. Вход свободный, билетов нет.
мы находимся в церкви Санта Мария деи Фрари, или просто Фрари. Это могила Тициана, по всей видимости. Хотя его могилу проектировал скульптор Канова, и в его проектах она выглядела вот так. В результате все-таки этот проект стал погребением самого скульптора Канова. Необыкновенная церковь, совершенно не похожая на все, что мы видели до того. Снаружи она довольно мрачная и простая, а внутри она просто волшебно красива. Такого количества скульптур, картин, колонн. Даже не знаю, где еще можно такое увидеть. Вход в нее платный. Но 3 евро за такое, это, безусловно, стоит того. Главное место собора – его алтарь. На нем мы видим картину Тициана. Вот такая прекрасная картина. Вот на такой прекрасной улочке мы сейчас пойдем по этой улице в наш любимый сквер к вокзалу Пьяццале ди Рома. Были к церкви Мадонна дель Орто, а вокруг такой пейзаж. Всюду жизнь, везде живут люди, сушат белье, деревья посажены. Вот такие домишки. Церковь мы пришли, сейчас зайдем внутрь. Там есть могила художника Тинторетто. Санта Мария, Мадонна дель Орто. Здесь есть фреска Тинторетто, и также он здесь похоронен. Вот это он расписывал. Такая прекрасная Вот мы в музее муранского стекла. Вот она, люстра настоящая, венецианская. Здесь вещи все очень старинные. Вот это все 16 века. Красота вся сделана в 17 веке. Все это 18 век. Это у нас какое-то чудовище. Со стеклянными... А, здесь у нас из стекла муранского. Thank you.
Сестры Мурана. Очень древняя церковь. Заложена она в 7 веке. И реконструирована она в 12. Это византийский стиль. Башня тоже есть. Острове вдали аббатство, где хоронят венецианцев. Это их городское кладбище. Такая узкая венецианская улочка. Очень много людей сюда. Сегодня пятница, это еще больше, чем обычно. Вот мы отплываем из Венеции сегодня. Хорошо снимать вечером, надо поторопиться.